Покажу, как вот эту ссылку, которую мы скопировали, виджет для рекрутирования, как ее использовать в соцсетях. Вот, к примеру, вы в Фейсбуке. Вы находите мой прямой эфир, который я провожу 2 раза в неделю. И вы ему делаете перепост, что называется. Вот можно даже мой статус. Весеннее настроение, стартовал апрельский каталог, красота создана в Швеции. Да? Вы можете ставить класс, ставить коммент. Ну, об этом мероприятии, ну, именно от вас. И ставить поделиться. Но поделиться, когда вы поставите у вас на страничке, то у вас высветит окошко. Я вот, к примеру, покажу на чужом, потому что на своем это не видно. Вот, видите, вот представьте, что это вы мое открываете. Поделиться. И вот тут написано: расскажите об этом. Вот здесь я пишу, допустим, комментарий. Представляем себе, что вы репостите сейчас мою ссылку о прямом эфире. Вы пишете: приглашаю всех друзей, приглашаю своих знакомых воспользоваться возможностью присоединиться к моей команде. Команде. Вот ошибку сделала. Команде. К моей команде. И стать грамотным покупателем. Покупателем, который делает умные подкупки. Покупки, экономит семейный бюджет. Бюджет получает подарки. Подарки и интересные встречи, допустим. И можно тут много-много чего писать. И далее, кроме этого, вы вставляете вот этот виджет, так как он у вас скопирован в памяти, вы его вставляете. Вот, и он появляется у вас на ленте. Когда вы сделаете репост, то в вашей ленте появится, что вы приглашаете своих знакомых по этой ссылке и благодаря просмотру на страничке. Вот так и работает. И нажимаете кнопку «Поделиться». Сейчас я не буду отправлять, так как неполноценный текст, и, скажем так, я отправляю репост с чужого интернет-сайта. Вот как-то так. Используйте, девчонки, очень классный инструмент. Это работает, поверьте.